Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy S4. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять размер фотографий на данном устройстве. Для этого мы открываем камеру. В камере в правом верхнем углу нажимаем на шестеренку. Нажимаем на шестеренку еще раз. Нажимаем размер фотографии. И здесь мы можем поменять размер. Во-первых, слева у нас в мегапикселях написано качество. Здесь 13, 9,6, 8, 6 и так дальше. Плюс здесь мы видим соотношение сторон в пикселях. А здесь просто соотношение сторон. Таким образом мы можем уменьшить размер фото или наоборот увеличить. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.